Молочный контент. Ну, видишь, у всех, между прочим, перепахано все. У всех орех красный. Ага. Я у всех орех видел, и у нас орех видел. Но ни разу не видел плодов с этого фундука. Но листья у них красивые, коричневые. Вот этот маньчжурский я знаю, но маньчжурский разрыв практически невозможен. Только Ленин Борька их грыз. Ну так он на то и свинья. Нет, она собирала, я видела. Кто, Лена? Ага. Нет, так Лена собирала, у нее здорово. Но после того, как Борька ушел на этот, на хамон, как-то оно больше и не было. Я тебе собирала фундук, а не маньчжурский. А, не знаю, не видел я. Нет. Меня фундуком, такие козы какие красивые. По улице Пушкина проедем. А у него такие рожки небольшие. Рожки небольшие, но острые. А этот вот забияка, да, бегает всех. Улица Пушкина. Какая улица? Не сказал. Целое утро мне дурил голову, заедет или нет. Что-то я такой скорой помощи нет. Мы едем просто по улице. А, просто по улице. Да, ну, сейчас доедем до конца. Гляну, если в Вайбере есть. Вайберес. Мы тогда узнаем, в чем интрига. Куда делся наш. Интересная улица такая. Какая-то интересная. Чувствуется какая-то недоговоренность у меня. То есть некоторых домов явно не хватает, как у меня зубов в парке. Вон, видишь, машина какая стояла с левой стороны. Это этот, Фордзон Путиловец. Фордзон Путиловец. Он же АМО F-15. Может, тут? Никто нам руками ничего не машет. Написано. Да, это... Ладно. Привезет сам, значит. Ну, вот такая улица. Видишь, на рыбалке стоит. Пушкина, рыбак. Да. Замечательно. Наверное, уже зарыблено. Ну, конечно, рыба есть. Озер же мало у нас вокруг. Ну, что, мышимся во дворе? Да я смеюсь, конечно. Свое оно, есть свое. Поймал, отпустил. По крайней мере, знаю, что есть такая рыба. И вот тут вон домик нравится. А тут домик всем нравится. А это какое-то, наверное, историческое место, я так думаю. Вот он, домик там этот. Там, наверное, не живой дом. Не знаю, может, музей даже какой-нибудь. Аист он, видишь? Написано, видишь, ВБУ-1470. Что такое ВБУ, я не знаю. Вон, видишь, на воротах. Понятно. А парник стоит. Ладно, поедем на озеро. Поехали. Глянем, что у нас там с озером. Есть ли оно вообще там? А нет, это номера какие-то. Он ГБУ-907. Это, наверное, какой-то этот самый номер этого, ну там, как он называется? Дрови там. Может быть, идентификационный. У меня этот зуб выпал в мудрости. Ну, ясно. Который отвечает за «р». За букву «р» отвечает. Идентификационный, да. Поэтому я слегка так коготавлю я для контента. О, как у нас тут все. Торговля идет, бойко. Я бы капусту купила, бы не хочу тут свою сажать. Она уж больно маленькая, мне кажется, с ней толку не будет.
Капусту, капусту купила. Во вторник купишь? Так вон продавали на площади. Сейчас будем ехать назад, купишь. Ну, посмотрим. А вот какая-то... Разминирование. Разминирование, ё-моё. Ди-ди-ди-ди. Интрига. Вот такой летний вид у нас. А вот это что за дерево с красными листьями, я знаю? О, там такое дерево. Интересное. Интригующе. Я не знаю, буду я этот контент выкладывать или нет. Будешь домой заходить или нет? Уже мне не надо ничего. А, уже не надо. Только рубашки взять. Ну ладно, на обратном пути. Хорошо. Рубашки мне надо, а то я так растолстею, в рубашку не влезу. Придется отдавать кому-нибудь. Во, видишь, фундук слева. Красивый, да, яркий. Да ты вот дофига. Ну все фундук, значит, дачный красный. А, кстати, надо будет заехать заправиться еще. Пока есть. Пока есть за что. Ох. Туристы? Не, наверное, местные. Местные сюда. Видите. Вот такая тут дорожка. Едем специально для нашего подписчика Александра. На озеро проедет. Не, я серьезно говорю, что ты? Он говорит, давно вы на озере не были. Надо же человека свалить, показать. Наше озеро. Я, кстати, сам уже давно там не был. Я вот думаю, надо было удочку взять. О, нет. Нет? Нет. Ника, ты как? Нет, тоже. Ника, не любите, я скажу не так. Не любите вы мои удочки. Ой, не любите. Придется мне одному. Что я не пущу вчера обработанного? Хорошо. А тут. Обработанная Ника. А тут. Это сегодня мы клещей с ней снимали? Вчера. А вчера? А, да, сегодня на ней, кстати, я не было. Поэтому я же ее вчера обработал. А вот, такое ощущение, что подсыпали дорогу, не? Да не, песок. Или просто машины ездят. Просто рассыпался песок. Ну, машины ездят. Много старичков сука. Таких ездят, как я, поэтому песка тут много. Песчаный такой. О, слушай, я давно, я уже, наверное, 2 недели не был. Да, давно. Как-то я все время сюда заезжал, заезжал. Когда вы ехали, вы тут были только один раз. Точно. Вы вернули. А все, огород, посадки. А приехали, мы все попрели. Это. Вон, видишь, загорают уже во всем. Ди-ди-ди-ди. И купаются еще. Но я-то не вижу, начал купаться 30 апреля, так что... Пойдем, не пугаем, мы прогуляемся.